Если можно, возьмите, прочитайте, пожалуйста, положение. Там же есть изменения. Те, которые присутствуют в зале, чтобы они должны вести себя как положено. Если вы в этом положении, все единогласно голосовали за данное положение. Поэтому я вас прошу. В том же положении есть написано, что должны вообще иметь предложения, они должны быть сказаны, они должны быть в узду. Они должны быть на эти все положения. Да нет вопросов, какие вопросы? Я что я? Скажи, что ты там проверял. Так это правильно. А что я проверял? Утверждаем повестку дня. Повестки дня там не забудут. Повестку дня. Кто за? Дамы, этот вопрос есть. И советский пошел. Все, он в повестку дня. Пожалуйста. Кто за повестку дня? Все. Откуда? За повестку дня. Зачитайте предложение. Повестку дня. Так было, мы голосовали первый раз, сколько голосуем? Вы нарушаете права советника. Он не может доголосовать сейчас. Он в повестке дня, вот здесь, вот первым вопросом. Первым вопросом, если повестка дня. Вы путаете вручение мандата с повесткой дня. Не нарушайте права советника. Нас чуть не очень не вручали, никто не поднимал. Внимание, еще раз повторяю. Я утверждаю повестку дня, голосуем. Я тоже дополнительно был. Кто за? Я 12 человек. Петрович, прошу и согласен. Куда еще ты дурика включаешь? Да. Роман Владимирович, ведите себя нормально. Повестку, вручение мандата, пожалуйста. Господин Шинин. Господин Шинин. Господин Шинин. Егор Мисич. Я вручаю мандат. Хочу слышать. Пожалуйста. Желаю вам здоровья и работать на благо города. Я еще не За систематическое нарушение действующего законодательства просим отправить в отставку председателя горсовета и его заместителей. Это положение от протокола заседания фракции социалистов. Включить в повестку дня этот вопрос. Второй вопрос. В соответствии с законом в органах местной публичной власти Гагаузии, статья 24, положение Волконежского городского совета, статья 4. Избрать председателя и его заместителям открытым голосованием. Третье. Внести изменения в структуру действующих профильных комиссий городского совета. Четвертое. Внести изменения в персональный состав комиссии городского совета. Внести изменения в структуру действующих профильных комиссий Приморьи. И снять с рассмотрения следующие вопросы по данной повестке дня, которую на сегодняшний день. Вопрос 5.3, вопрос 5.4, вопрос 5.5.2 и вопрос 5.16. Спасибо. И прошу вас это выставить на голосование. Как чтобы не было... Повестка дня Я не нарушаю закон. Повестка утверждена. За нее проголосовали большинство людей. Я иду по повестке дня. Я не нарушаю закон. Вы нарушаете закон. Я закон не нарушаю. Вот повестка дня. Там внизу написано. Нарушили закон. Человек не может голосовать без мандата.
Ну и я не голосовала, друзья, когда пришла на первый раз. Этот человек тоже не голосовал. Я не голосовал, мне в конце. Да. Уважаемый, почему никто не поднимал вопрос? Вот Во-первых, протокол не заседание при Марии, заседание здесь нет ни одной подписи, ничего. Как вы даете нам ваше подписи? Достаточно, потому что я председатель фракции, это записано под законом. Дайте нам. Знаете, как написано в законе? Все расписали. Все тоже расписали. Мы здесь ничего не дали. Виктор Николаевич, я попросил слова. Он попросил слова. А если я на председатель, это он должен со мной делать. Я еще раз повторяю. Согласно закону. Это раз. И раз, объясняю вам еще раз. Я вам зачитал закон, который вы нарушаете. Я иду вам дальше, чтобы вы внимательно все слушали. Я об этом сказал. А вы пришли здесь делить портфели. Портфели еще разделили. Работать надо. Работайте, но не воруйте. Я призываю... Внимание, подождите. Я призываю порядок. Пока. Я призываю порядок. Это такой барабар. Мне сейчас финал уже взял. Сам не взял. Внимание. Докажи. Хорошо, хорошо. Вот сейчас продолжим покажем. Докажем. Я попрошу. Давайте успокоились. Я вам зачитал, что без решения специализированной комиссии вопрос не Здесь есть председатель совета, который ведет. Успокойтесь, каждому будет дано слово. Еще раз вам зачитываю. По комиссиям зачитал. Читаю дальше закон. Статья 24. Какого закона? Ребята, по которому мы живем. Председатель совета, внимательно все слушайте. Председатель совета избирается на срок полномочий совета. На срок полномочий совета тайным голосованием, если не принято иное решение. Когда меня избрали 12 человек. Тайным голосованием. Все было бы, да? Было принято. Вот вам два закона, которые вам показывают, что. А никто не собирается этот закон нарушать. Ставьте на повестку дня и посмотрите. Я еще раз повторяю. Почему я должен нарушать? Рассмотреть, и все вопросы закончатся. Давайте вопросы рассмотреть на следующем заседании. Так поставьте. Юрист, пожалуйста. Да не сегодня, на следующем заседании. Повестка дня учреждена в Политбюро. Комиссия, давай. После него. Я вас слушаю. Юридически.
Юрий, согласна я. Что вы, Юрий, составите? А такое положение, он должен дать... Сейчас мы скажем, законе, сейчас скажем. А какое отношение имеет Юрий Примарий? Это же Вам было направлен депутатский запрос от фракции социалистов, которого даже не вынесли на повестку дня. Вами был нарушен закон, согласно которого, если советники проголосовали равным числом голосов, вы этот вопрос не включили на заседание следующего совета. Также вам было направлено от фракции заявление для того, чтобы вы собрали неочередную сессию. Вы тоже это не сделали. Это уже третий раз, когда вы нарушаете действующее законодательство, согласно которого вас обязаны советники снять, потому что вы здесь правите правовой беспредел. Это вот это вас решает. Наша отправка и четвертую положение. Вы занимаетесь правовым беспределом, вы здесь занимаетесь. Поведи себя нормально, адекватно. Еще раз говорю, это вы беспредельщик вообще. Я взять и не мешайте вообще. Я отвечу на вас. Я еще не знаю. Вы это объясняли, что он говорит просто как председателя. Давай, хочет за ухо его видеть. Я тебя сейчас выведу за ухо. Миша, Миша! Я тебе говорю, что неправильно ведет, я сказал, да? Примар, я что Примар должен сидеть. А Георгий Гаврилович правильно себя вел, когда разные эти писали через сайт и на Примара. Тоже самое себя ведет, так же, как и в прошлый раз. Георгий Гаврилович первый начал это. Между прочим, успокойте, пожалуйста, звучание. Еще раз повторяю. Не получится. То, что вы говорите о специализированных комиссиях, закон тоже умеет читать. Значит, если сегодня большинство депутатов местного совета дают внести в повестку дня изменения, значит, только депутаты могут изменить. А если их большинство, значит, уже второй ступенью идут эти все комиссии и бюро и так далее. Георгий Гаврилович. Поэтому вы поступило предложение? Ставьте, пожалуйста, на голосование. Георгий Гаврилович. И вот будет, как решен будет вопрос, большинством. Значит, меньшинство, все остается... Георгий Гаврилович, я еще раз... Сейчас, одну секунду. Да. О том, что сейчас депутат сказала, что я начал, значит, да? Я дал запрос. Через сайт вы начали. Я сайтов не имею. Да. Я дал запрос в прокуратуру, я его не скрывал. Ни от кого не скрывал. Я дал запрос дать правовую оценку этим распоряжениям. Ну, когда все есть все, нигде, больше нигде никаких... Вы дали вопрос, но написали от вашего имени, что у нас есть 20 000 долларов в кармане отопления. Я этого не говорил никому и не собирался говорить. От вашего имени на сайте написано. Ну, от моего имени, там я читал тоже на сайте, что я дал запрос. А я от него не отказываюсь. Я дал его, если надо, еще раз дам. Вы первый начали. Значит, эту войну вы начали, Георгий Гаврилович. Вы начали эту войну. Вы не везете, я не понимаю. Вы настолько не разрушены. Не подаетесь на их месте. Вас кто-то оскорблял? Георгий Гаврилович. Я не хочу даже разговаривать. Если говорят, что вас оскорбили, скажите, как вас оскорбили. Виктор Николаевич, я оскорбляю. Минуточку молчать. Все говорят, я слушаю. Я вам сейчас говорю. Его никто не говорит. Давайте другого слушать. Подождите. Ребята, повестка дня была утверждена без изменений, без дополнительных голосов. Я иду по повестке дня. Поступило предложение, что вы обязаны поставить его на голосование. Это первый вопрос. Первый вопрос. Первый вопрос. Пусть они говорят. Повестку дня утвердили. Вы что, не слышали, о чем просят советники, что ли? У нас повестка дня была утверждена. Люди проголосовали. Уважаемые советники, данная повестка дня, мы приняли его за основу. За основу приняли данную повестку дня. Следующее, его вопрос. Дополнение к данной повестке дня есть или нет? Его вопрос должен быть. Валерий Иванович, послушайте. Его вопрос должен быть. Дополнение, изменение к повестке дня есть или нет? Он это
этого вопроса не задает. Я еще раз... Коль он не задает, мы предлагаем дополнительный вопрос. Пожалуйста. Хорошо, я предлагаю. И вот, ставки на голосование.